Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в выживалку. И даже, может, не выживалка, я не знаю, что это. Но я нашел в Стиме, она вот вышла, продается и называется Триби Primitive Builder. Короче, я примитивный строитель, но... Смотря на картинку, он все-таки выживающий примитивный строитель. Друзья, перед началом не забудьте поставить свой сочный лайк. И мы сразу же... Блин, надо было сказать про параметры, вдруг там... Не максимальные качества картинки. Ну да ладно, давайте начинать. Смело отправляй отзыв. Остров изгнанных. Несчастливый конец моих стремлений. Можно подумать, что я предводитель на этом пути. Или хотя бы помогаю в изгнании. Но нет, я всю жизнь считал их своими братьями. А теперь они везут меня в изгнание. Глупцы. По их словам, я заслужил, но это им и приходилось жить с видениями нашего, что там, короче. Я еще мальчишка, я постоянно играл с ветками. Я видел такие способы использовать и соединять их, которые другие не видели. Боги были благословенны ко мне, поэтому деревня возрасталась. Но деревни мне было мало, я был убежден, что боги ждали от меня гораздо большего. Преследуемый видением гибели. Я решил воздвигнуть алтарь высотой до самого неба. Я был уверен, что это умилостивит богов. Но что-то там другие планы. Они раскололи небо и поглотили труд всей моей жизни. Меня изгнали за оскорбление богов. Меня, единственного, кто все знал. Лишь когда я увидел горящие камни у острова изгнанных вблизи, лишь тогда я познал истину. Боги пожелали, чтобы я оказался здесь. Интересненько. Интересное начало. Есть ощущение, что там качество. И качество вроде нормально. Смотрите, как он встает. Под водой, кстати, встает. Опа. Всплывает. Опа, Unreal Engine. Я уже вижу, это Unreal Engine. Это все, это уже пошло. Насколько оптимизирован он, кто бы знал. Ой, а что там кто-то есть? Я же примитивный строитель, а почему здесь люди? Я думал, я один буду на острове. Так, я ползу. Звуки такие, как будто я не ползу, а иду уже по воде. Опа, на меня смотрит мужик, подходит ко мне с веточкой. И, наверное, ударит ногой. Или нет? Что он будет делать? Он разрезал мне руки? Да, или себя трусики снял, не понял. Рыболов, ха, новый день, новый изгнанник. Лучше бы тебе оказаться полезным. Эй, твой дар речи тоже изгнали. Ты говоришь, то умеешь. Пробел, чтобы выбрать ответ. Пробел, чтобы пропустить диалог. Интересный вариант, да? Пробел. Хорошо, поговори с вождем, старейшина поймет, будет ли он у тебя толк. Иди через огненную пещеру, спрыгни с висячей скалы, чтобы найти наше племя. Не прыгнешь, умрешь, все просто. Да, просто. Окей. Рыболов. Куда уже проще. Мы бесполезных не кормим, поэтому будь полезным. На первый раз я дам тебе рыбу. Пожарь ее на моем костре. На вид ты очень слабый, как мышь. А мышей я не люблю. Страшные эти мыши. Благодарю тебя, незнакомец. Все на пробел, сказали мне граждане, создатели этой игры. Unreal Engine по воде видно, да? Так, извините. Боже, графика фантастика. Вертикальная синхронизация должна быть всегда выключена. Запомните, запомните. Но все, конечно, без ограничений. Все вообще. Сейчас мы с вами как заиграем. Так, нам нужно к синей меточке, наверное, да? Что? Музыка у меня на уши как тихо. Итак, идем мы, значит, и идем куда? На синенькую. На какую? Песочек прикольный, красивый. Итак, подошел я сюда. И что нужно делать? И нажать на Е. Да я нажал, дальше у меня рыба. А рыбу я должен, что с ней делать? А вот на костер. Ты уверен? Честно, нет. Ну да. Все, рыба жарится. Или что? Там есть рыба внутри? Е нажимаем. Где моя рыба? Еда, 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 пища. Создать. Я рыбу профукал. Рюкзак. А где моя рыба? Вы же сказали, у меня рыба где-то. Вот я же ее в костер бахнул, да? Ну, она в костре должна быть, в теории, где-то там. Нет ощущения, что я рыбу профукал только что.
подошел поближе. Создание. Персонаж, рюкзак. Что? Где? Где? А где рыбу взять? Закрепите схему, использовать предмет. Перенести, зажав левый Ctrl. Рыба с пряностями. Можно было взять три рыбы. Или просто кусочки рыбы и создать еду. Я так понимаю, да? Я ее выкинул, что ли? Пошли в жопу. Это рыбы. Дай еще рыбу, мужик. Мне нужна рыба. Дай рыбу. У тебя рыба еще есть где-нибудь? Ты палкой ловишь рыбу? Здорово. Ты говорил с вождем? Ничего нет. Понял. С вождем не говорил, но у меня рыба сгорела. И ее нигде нету. Племя, карта. О, ёпта. Топор, камень, алтарь. Алтари надо строить еще. Ладно, я пошел, короче. Я просрал рыбу. Да блин, ну как я просрал рыбу, я не понимаю. Ну что, мне заново начинать, что ли? Давайте заново. Так, дубль 2. Все-таки недалеко ушел. Мне рыбу дали в этот раз, да? Что я делал так, подаю костру и нажать создать. Вот что нужно было делать, а не в костер выкидывать. Блять, вот эта игра, я понимаю. Вот это я понимаю. Еще создать. Из рыбы создаем еще еды. Давайте еды создадим, побольше еды. А тут типа написано, что создается, да? И пошли вы все. Так, пожарю еду, съешь еду по желанию. У меня желание есть. Там рыба что-то, да, что-то есть. Давайте съедим. Ой, я нажал на нее и съел, и стало полегче, да. То есть вот эту штуку я могу, допустим, перевести на единичку, да? О-о-о. Давайте, нет, не на единичку, а вот на семерочку пока. Все. Все легендарно и просто, оказывается. Главное нажимать нужные кнопочки. Я думал, на камень похож. Я думал, камень можно разбить и создать что-то, крепость. О, кусты можно срезать. У нас ничего нет, ни ножа, лава. Фига, здесь жарко, наверное, если тут лава. Мне кажется, когда я сюда подхожу, должно быть написано, типа, повышение температуры. И я поднимаюсь на гору через лаву. И это почти как... Это кольцо сжигали. Властелин колец, во. Властелин колец. Должен пойти и куда-то спрыгнуть, мне сказали. Если я не спрыгну, то мне конец. Я спрыгиваю. Это, наверное, считается за спрыг. Блин. Зачем мне заставили столько бежать до нашего губернатора? Ну, не губернатора, как другой. Там, начальник всего племени. Он с палочкой идет, смотрите. Здорово. Что ты делаешь? Здорово. О боги, опять ударили нас кем-то. Приветствую, новый изгнанник, великие птицы. Ты плохо выглядишь, усталый изгнанник мне не нужен. Попей воды, поспи, можешь воспользоваться моим лежаком. Спасибо. Окей. Так, попей воды. Где вода течет? Мать, у вас вода какая-то зеленая. Пить можно прямо оттуда? Она же отравленная. У меня галлюцинации будут, если я попью? Бля, что со мной? Я какой-то деревянный мужик. А руки помыть? Еще у меня полегче стало, да? Ты каждый раз так будешь пить? Вот так вот двумя руками по полгода. Нам срочно нужна бутылочка и поспать. Это моим лежаком вождь здесь спит. Ну спать давайте. Спать, а что такое? Вот давайте. Типа спать можно столько, ну, смотрите, у нас сила, да, и хп восстанавливается, если спишь. Ой, вот столько спать. Давайте поспим, музычка хорошая. Невероятный сон бодрит всех. Встали, и уже на улице ночь. Мужик у нас вообще никогда не спит. Он просто камушки перебирает пальчиком, этим копьем. Смотрю, тебе уже лучше, даже наши скромные условия помогают. А теперь собрат изгнанник, ты должен построить себе хижину. Не спать же тебе вечно на моем лежаке. Тебе понадобятся инструменты, если нужно, моя мастерская неподалеку. Хорошо, создайте нож и топор. Это невероятно. О, мастерская. Ну, слушай, у тебя такой дом классный, у тебя дождь идет. Итак, нож и топор создаем. Надо создать нож, топор. Как я его создам? Мне камни нужны. О. Понял. Нашел два камня. Мне хватит на что-нибудь? На нож хватит. Создать. Создаем нож. Нашли два камня. Создали нож. Так, топор нужен. Топор. Что нужно? Камушки, трава и дерево.
Камушки, трава и дерево. Это интересно. Трава. Ой, блядь, я воды попил случайно. Не та трава. Камушки, трава и дерево. У вас есть здесь камни, сваляются еще? Нет, у вас камней нет? Ай, молчите, стоите. Лиана. Лиана. Камушки, камушки. Вот это до сих второго уровня. Ух ты ж, ух ты ж. Невероятно. Второй уровень, это вам не мыл потать гонять. А где создание? Что там уже? Камушек, трава и что? И дерево, по-моему. И что? Так, по-моему, это не дерево. Либо это дерево, просто оно нужное для нашего друга. Может быть, это дерево? Не, нихера не дерево. Так, сейчас пойду дерево искать. Не. Топор нужен. О, трава. Целебные травы, прикольно. Люблю собирать в играх все, у меня... А, дай мне уже хоть что-то просто, мне нужно дерево. О, ветки. О, ветка. Может, ветки хватит для травы? Для топора. И никто не сожрет тут? Так, мужики. Так, нам назад, по-моему, да? Все, я бегу, мне топор нужен. Подвинься. Хочу сказать, ля, какая женщина, но... По-моему, нет. Ой, я утону? А я плавать умею? Нет? По-моему, не плавает, кстати. Он от воды отпрыгнул, как Иисус. Иисус. Итак, травки набрали. Теперь нужен группой топор. Создаем. Вот, создали уже и это. Невероятно. Что теперь? Найди старейшину. Старейшина нас научит жизни, разуму и всему остальному. Здорово. Смотрю, ты неплохо... Смотрю, ты неплохие инструменты себе смастерил. Хорошо, теперь ты должен построить хижину. Мои люди должны хорошо отдыхать. Так, от них больше пользы. Найди местечко где-нибудь на солнце. Я согласен. Теперь тебе нужно найти дерево и бамбук. Поищи снаружи. Иди по тропе. Окей, начни строительство мастерской. Окей. Да все, все, все. Мастерская. Построй мастерскую, чтобы получать место для отдыха. Верстак и личное хранилище. А Q, чтобы открыть панель настройки. Чтобы закрепить на панели. Окей, Q, чтобы открыть настройки. Настройки чего? Жилье, жилье. Ага. Дерево, бамбук. Я понял, это стройка. Это инструмент стройки. Ляковый у меня топор. Блять, ко мне не подходишь. Число. Ой, ты девочка, извини. Ой, ой, ты с ребенком девочка? Прости. Я дурак. Напал на тебя. Я думал, ты мне трусики покажешь, а ты без трусиков. Я достиг третьего уровня. Зачем мне нужен третий уровень, скажи, кто не знает? Здесь ничего нет. Ну, в смысле, может прокачать что-то надо? Так, мне нужен бамбук. Бамбук, бамбук. О, смотрите, какие коробочки. Может, коробочка что-то есть интересно? Е. Открываем. А тут у нас малый топор. А что это нам так? Дерево. Травка. А я могу просто на левую кнопку? Больше нет. О, ну стакать, это хорошо. Я вообще должен был найти это, как бы, нет, там на кью надо найти. И что мне надо для жилья? Бамбук. Мне еще бамбук нужен. Ой, я пойду туда, там... Почему здесь дождь идет, а там солнце светит? О, ебись, пошел. Что за племя? Пизды тут будут давать или что? Здорово. Здорово всем. Здорово. Ладно, я пошел бамбук искать. Ой, здесь спуск какой-то, смотрите. Интересно. А мне зачем туда вообще? Кто не знает? Мне почему-то показывает туда. А, пошли, раз мне туда. О, опять что-то нашел. Что за херня? Чем мне все дают вот так? Почему нельзя все левое использовать предмет, а левый shift быстро передача? А, вот, на shift надо нажать. Чтобы быть современным, нужно через shift нажимать. Чем мне все тут сдают? Я не понимаю, почему все мне дают, а? А, я все собрал, типа, да, вот я попал, и оно все соединено. Понял, ну ладно, пойдемте. Тут типа есть можно? О, листочки дают. А, это я вот эту хрень снова собрал. Я вообще не знаю, зачем мне столько листвы. Ну ладно. Пойдем тебе бамбук. Бля, поляна похожа на арену, где мне должны пиздюков дать. Ну, либо поляна похожа на дом, где я могу построить. Опа. Это что такое?
Еще один какой-то? Или я здесь уже был, когда спустился? Я, по-моему, здесь был, да? Ладно, идем. Идем искать место для стройки. Вообще карта большая? Ух ты ж. Где я? Я где-то... Где я? Я вот здесь. Здесь, да? Вот тут я. А это все... Ой, там внизу есть. Слушайте, карта... Не знаю. Надо побегать, посмотреть, насколько она большая. Потому что... Заяц. Заяц, ебаный в рот! Тихо, не убить. А топором можно? Где? Я зайца не могу найти. Ой, еще один заяц. Сейчас догоню, еб твою мать, тормози! Сука. Съебался с тобой бегать. Поесть надо, что ли? Персонаж. Все, я поел. Ах ты, заяц, заяц, заяц. Ты такой красивый. Ты так... Еб твою мать. Все, короче, топором нельзя зайца убить, я понял. Кто может собрать вот большие листья. Из больших лист можно сделать, будет, допустим, о, бамбук, ёпта. На Е нажимаю, собираю. О, как собирается бамбук, собирается на Е. Эх, бамбук. Ой, нифига себе, одним ударом просто все срубается, да, понимаю. Вам не мыло потасику гонять. А вот это вот все ваше, да? Топором, раз, два, три. Блин, ну поляна такая хорошая. Я бы у воды, конечно, хотел побыть. Пойдем куда-нибудь, пойдем. Куда я смотрю вообще? Я смотрю к реке, это есть река. Давайте нас все равно учат, да? Давайте на этой поляне сделаем дом. Вот дом. Строительная хижина. Дух постройки окрасится колесико, чтобы повернуть постройку. А чтобы подтвердить размещение книг, чтобы выйти из режима. Окей. Ой, ёпт. Все, построил. Заверши строительство. Это как? Нам нужно дерево. Все нормально, это еще прям как сначала ты ставишь, а потом еще идешь. Не зря я доски собирал, да, разные? Или я их не собирал, мне дали. Так, все, я построил, так, бамбук есть. Все, бамбук, о, бамбука до хера, кстати. Все. Что, не, не все? Ну, все, да все, давай, давай. Я там бамбука насобирал, на всех хватит. В нашей семье будет много бамбукова строительных работ. Мы бамбуково. Что это? Желтая трава. Давай. А, я же говорю, я не зря траву собирал. Я знал. Я знал. Все, меня жену дадут здесь в этой игре. Я готов жить. Блядь, трава кончается. Деревья тут. Блядь, пентхаус какой-то целый. Все, на, так, так. Нормально, да? То есть тут ты... О, еще сундучок. А, вот так, настолько все прекрасно. Ля пошло. У-ху-ху! Слушайте, интересное строительство. Интересно, учитывая, что нет выбора сложности. Найди старейшину. Как найти старейшину? Я вообще дом построил, блядь. Колеса. Какой старейшина? Давайте посмотрим, что можно построить. Верстак же есть у нас. Грубый молот. Можно ломать камни. О-ля-ля. Хочу грубый молот. У меня вот его нет, а я хочу. Блядь, он у меня был. Хорош, хорош, просто грубый молот. Может быть, и грубый молот может... Снос, используя молоток, чтобы... Я понял, короче, молотком просто разбуярить все, чтобы снести. А ресурсы получишь? Да. Или нет? М-м-м-м. Блин, ну теперь после такого замечательной стройки теперь, блядь, всю траву будешь собирать, конечно. Она растет, интересно? О, старейшина уже тут. Кажется, я смотрю, ты начал жить возле моего дома, иди подальше куда-нибудь. Итак, изгнальники, ты уже построил свою хижину. Да. Прекрасно, вижу, богам ты понравился. Пора тебе научиться добывать для себя пропитание. Смастери себе копье, с его помощью будешь ловить рыбу. Это несложно, когда узнаешь... Это, иди клади поближе, я согласен ко всему. Смастери копье, говорит мне наш сэр. Сэр, да, все нормально. Копье, копье. Блин, вот этот дом, я типа, вот в жизни так просто въебал в поле и довольный ходишь. Что я понимаю? Копье. Мне нужно грубое копье. Для этого мне нужно камни. У меня камни кончились. О, ебаный бр. А зачем мне рыба? У меня тут вон бегает. Мне камни нужны. У вас есть камни? Может, камни разъебать можно как-нибудь? Допустим, этим? Не. Бля, мужики! Тут, сука, заебали по лесу шат. Погоди, у меня топор, нахуй. Хули ты не падаешь, ну? Я вас, блядь, тут... Я вас тут собираю, блядь. Думаю, что вы разъебетесь, а вы...
И может, где надо будет построить? Может, я где жену найду в другом месте, а у вас тут листья. Листья? Схуя ли я листья собираю? Бля, я не буду проходить эту игру. Зачем мне дальше проходить, если у меня есть все уже? Ой, что такое? Это дерево какое-то. Его сломать нельзя. Мне камни нужны. Я вообще найду, куда мне идти? Потому что я бегу куда-то. Куда я бегу? У его, как говорится, знает. Тут питательные листья целебные. Я понимаю, так я хилку могу сделать из этого. А ты достиг уровня собиратель четвертый. На. Бля, какой домик, да? Ой, что это такое? Что это такое у нас? Что за барьер какой-то? Здесь как будто что-то ехало. Камень? Камень, блядь! Или они тащили камень? Что такое у меня тут что-то? Это листья. Бля, мне камни нужны. Учитель! О, здесь может где-то должен быть синий. Бля, у нас камни синие на полу валяться должны. Сейчас на меня нападут здесь? Ой, я лодку... Эй, не лодка. Я куда-то уже убежал. Я уже не выполняю задания. Я уже просто ищу что-то. О, воды попили. Здорово. Здорово всем. Кстати, я далеко убежал. Ну, слушайте, карта реально большая. Смотри, сколько я бегу, да? Блять, камни нельзя подобрать. Это что-то пиздец. О. О, прикольно, еще красные цветочки. А что это за... Что это? Что за прикол такой? Через это можно бежать, или это меня будет колоть как-то? Ха-ха. Прикольно. Что, болото, блядь, или что это? Короче, я не знаю, что это. Тихо! Ты мне, блядь, там попетушись. Тихо, а кто там бегает? Кто ты? Кто ты? Ты маленькая куропаточка. О, куропаточка, может тебе пизды дам? А? Дайте топор возьмем. Блядь, только копьем походу можно. Не создано это. Все, куропаточка. Куря-кура отсюда. Ой, бля, ладно, мне надо возвращаться, наверное, что-то. Бегать нихуя не происходит. Даже никто не нападает, так даже неинтересно. О, на меня напало дерево, как он? Блин, а можно мне как-то по-быстрому оказаться у базы? Есть какой-нибудь быстрый телеп... Блядь, даже камней, ну просто камней нет. Цветов до хера, камней нет. Может, я нападаю не с того материала? Может, надо было... Ничего себе. А что происходит тут такое? Так. Кайфово, красиво. А это где мы? Да вот здесь, вот это вот сюда. Алтарь, смотрите, нужно... Я понял, короче, нам нужно добираться до алтарей. И на алтарях нам нужно... Ритуалы проводить, там, то есть разные штучки, да, вот, приносить ресурсы. И нам еще показывают, какие ресурсы где добываются, это тоже прикольно. Че, мы идем дальше или что? Что, пища? Пища с чем? У меня ничего нет для пищи. Да, мне нужно назад возвращаться. Как назад идти-то где-то? Вот сюда, да? Можно как-то пометить место? Мне налево надо повернуть, туда идти. Ладно, я побежал. Может, без вас? Кстати, давайте проверим, я тону или нет. Я даже могу пить, пока я бегу по воде, как он. Вам не было по тачку гонять. Дождик пошел, я даже не замерзаю под дождик. Опа! Опачки, у меня нож в руках и замечен... Я не замечен, заяц. Ладно. Все, бегу. Сбежал, что-то нашел. Интересно, я здесь был? Нет. Хотя не был, а развалины. Что там, через контрол блядь, собирать? О, мне ласты дали или что это? Что это такое? Это бурдюк. Пустая емкость для переносной воды. О, нормально. Мы любим такое. А это что такое? Бурдюк с водой. Это еще и попить можно. Ляма вообще. Ты зашел, да? А что еще у вас есть интересно? А что ну, нет никого, кого можно припендюлить? Или кто бы меня припендюлил? О, камень. Нет, трава, бля. А есть камни у вас? Вы, конечно, красивые, у вас тут все замечательно, но... А эти камни? Я же не как дурачок побежал, я же просто камни искал. Ладно, куда там? По карте. Налево. Вон, все нормально, бегу, кстати.
А то кустов до хера. А камней, блядь, нет. Может, срезать сюда, может, здесь где-нибудь они валяются. Да ничего нет. Аж бесит это. Почему камни есть? Ой, листья есть, а камней нет. Говорят, создай себе копье, блядь. Может, я возьму их. Бля, нихуя. Извините. Бегу дальше. Ой, блядь, пришел здесь, мужик наш ходит до сих пор. Мужик, ты тут камней не раскидал нигде? Потому что я бегаю и не могу найти камни. Просто не могу. Нету тут камней, блядь. Может быть, у него в сундуке где-то завалялся? А нет, здесь в сундуке ничего нельзя. Создать мясо тоже не могу, потому что у меня ничего нет. Может быть, где-то на берегу камни, я не знаю уже. Я уже пришел туда, откуда я приплыл. О! Может быть, в сундучке? Кстати, я по воде бегаю, и вообще ничего не происходит. Потому что можете бегать спокойно. Знаете, грубо простейший инструмент для сноса хижин дает небольшой шанс. Мне вообще, я понял, что простейший инструмент для сноса хижин нахер нам не нужен в таких количествах. Как и этот. Да, нахер не надо. Может, тут на берегу уже камни есть? Я все пробежал, блядь. Курочка. Ой, птичка, точнее. Бля, вода какая-то. Я по этой воде не бегал. Какая-то она зеленая. Бля, где камни? Что с этой игрой не так, я не понимаю. Ну, камни, блядь, дай мне камень-то, ёпта. Чё у вас камни на полу не валяются, не понимаю. Ну, почему вначале они были, а сейчас нет их? Трава, блядь. О, камень, ну. Ёпта, мать, блядь. Что такое, а? Что такое? Вот ты куда-то забежал в другое место. Это где это я? А, это я на другой стороне. Не, ну... Может, всякие жители появятся попозже? Когда я найду камень, блядь, хотя бы. Не, ну я уже не могу. У меня жопа начинает гореть, друзья. Вот, кстати, пишите в комментариях, где камень. Потому что я пробежал маленькую часть острова, так и не нашел камня. Камни есть вообще? У меня камень где-нибудь в инвентаре есть? Где там камень? Персонаж, камень где? Ни одного камня, блядь. Ни одного. Вот тут уровень строительства, здоровое питье, это типа повышается всякие навыки, да, вместе и моя выживаемость тоже. Короче, друзья, если вы знаете, где камень, не забудьте написать это в комментариях. Также не забудьте написать слово, что я камень, блядь, потому что не могу камень найти. Вот, зайчики бегают зато. Так, я еще ни одного зайчика не поймал, может, здесь камень? Спасибо. О, такой есть. Такого нет. Грубо. О, мне уж камень не нужен, себе, блядь, оставьте нахуй. Охота с копьем. Найди рыбу, чайку или индейку. Прицелься и метни, блядь. Я так метну, что пизда рулю всем будет. Я проебу все копья мира. Так, все, я нашел копье. Я уже собрался прощаться, но я внезапно нашел копье. Говорят, нужно камень для копья. А что за... Типа, мне помечают, что я там найду себе... Я уже вижу свою цель. Я вижу цель и не вижу препятствий. А ты майки мои. А в нём... И, блядь! Блядь, что-то пошло не по плану. Сейчас я их догоню, блядь. О, ёпта. В смысле, блядь? Заяц? Ну, заяц. Ага. Что ты быстро бегаешь? Сука. А чё, нельзя было как попроще? Бля! А где копье? Все, блядь? Бля, заяц, ты чё спиздил мою копье? Куда я его хуйнул, бля? Где копье? Куда оно пропало, блядь? Копье, вернись! Я же не мог так сильно, блядь, куда-то кинуть. Почему оно никуда не воткнулось? А? Все, пизду, я охуеваю от этой игры. Это камень. Использую солидное зрение, чтобы найти копье. А, во, ёпта, левый альт. А-а-а. А-а-а.
что сразу не сказали? У меня есть еще какое-то зрение, он мне пишет что-то от него. Я нашел, поймаю рыбу. Использую соленое зрение, чтобы найти копье. Ага, нашел. Я нашел, блядь, не только свое копье. А пизду, я пошел рыбу ловить. Может, там проще с этим как-то. Так вот у нас еще зеленый значок туда. О, пойдем на речку. Все, побежали. Что-то встал, братан. Сегодня без зайцев получается. Сегодня, да, давайте семерочку кушаем. Все равно сейчас есть шанс найти еду в воде, хотя может быть. Поймай рыбу, говорит. Может быть, а вдруг рыбу можно было ловить без копья, к примеру. Ой, бля, хуй, ясен. Так, я должен, типа, забраться сюда и уебать ее, да? Ну ладно, похуй. Что случилось? О, попал! Ебать, я снайпер, а я хорош! 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 Красота, еще хочу! Я понравился. Блять. Слушайте, ты что, блять, поесть захочешь, хоть поймаешь кого? Блять, хуй реально, хуй поймаешь. Ёпта мать. О, чуть повыше, поймал. Достиг второго уровня. Охотник, охотник. Я охотник, ты слышал, старешина, блядь? Я охотник. Что ты мне тут, блядь, пиликаешь? Пили-пи-пи-пи, блядь. Да, сука, дайте мне вылезти. Ты не залезь, ты не вылезь, только камней, блядь, нет. Что у вас еще тут нету, а? Я скажу, иди пожарь рыбку. Это как, сырую ее нельзя есть. О-ла-ла-ла-ла. Вот тебе второе копье сделаю. Будешь с двумя хуярить. Все равно мазила, блядь. И пошел ты, заяц. Хотел тебя тоже хуйнуть. Но не буду. Живи. Здорово. Итак, изгнанник, ты уже наловил рыбы. Да, замечательно. Но не забудь воспользоваться великим даром огня и пожарить на костре. Ой, ёпта. Ой, я себе. Ты это почувствовал, Игнанник? Огненная гора нас рассердилась. Боги нами недовольны. Мы должны принести жертву, чтобы их задобрить. Иди, отыщи наш алтарь, сожги немного ладана. Проведи ритуал алтаря, чтобы открыть доступ к чертежам новых построек. Понял. Понял. Вот зачем нам нужны эти... Так, нам нужно рыбу пожарить сначала, мужик. Погоди. Я тут столько... Итак, создай ла... Пусти создай ладан. Я думал, создавать не надо, я думал просто, ну... Так, где ладан твой? Пища, производство разное. Разное, где ладан? Разного ладана нет. Жилье тоже нет. В еде ладана здесь нет, производство. Нет ладана никакого. Какой нахуй ладан? Алтарь. Приведи ритуал, чтобы открыть быстрое перемещение. Через деревню. Создай ладан. Что такое ладан? Может, ладан создается у этого? Здесь вот? А, ну, ладан, я же говорю. Основная составляющая многих ритуалов. Создай. Создал. Итак, иди к алтарю на пещерке. Погодите, если я... Во-первых, возможно, я спать хочу. А, нет, у меня... Кстати, персонаж не желает спать довольно-таки долго. Это очень даже хорошо. Так, подходим, нажмем Е. Еда, создаем еду. Сколько у нас рыбки? Всего две? Да ладно, всего две. На, нам намного хватит вашей рыбки. Побежали. Где там ладан? Там, пойдемте. Алтарь где-то. Блядь, чё ты застреваю, блядь? Алло. Разработчики, соберитесь. Пить не хочу. Пить напился. Семерочку жахнули и пошли. Сейчас уснуть, все равно спать хочу. Перстень сдохнет. Вообще хочу сбегать с ножом. С ножом он как-то... Опять застрял. Ну, это фиаско. Здесь скользить можно? Бежишь такой. Пш, не, я понял. Я понял. Я понял. Сегодня без нанотехнологий. Я понял. Ну что, друзья, как у вас дела? Как настроение? Что думаете, как игра вам? Нравится? Мне, конечно, ну, интересненько побегать, блядь. Не застрять в кустах. Все залагало что-то. Чего? 121 FPS, какие-то лаги. Что? Что? Что там? Что за дергание, алло?
Вот что это за дорога была? Это дорога к Лагадану, Лободану. Лодану, короче. Итак, ритуал. Выбери ритуал, нажмите. Сейчас я добегу, положу Лодан на алтарь. Я еще не добежал до вашего алтаря. А вдруг после этого момента наконец-то появятся монстры или другие люди, которых нужно бить? Может уже наконец-то... Здравствуйте. Добрый вечер. Персонаж. Берем Лободан. Лодан берем в руки. В руки возьми Лодан. Так, ей подходим. Топор. Кремень. А-а-а, вот что это такое. Типа мы изучаем Кирка. Это улучшение, да? Допустим, отправиться к Северному алтарю. Так, Кирку улучшаем, да? Допустим, вот здесь камень. Это нужно отправиться к другому алтарю. А вот топор. Вот здесь мы можем улучшить. Давай, ставим. Извините, что? Корабли будут? Что открыто? А, спальная хижина? А что еще здесь есть? Может, нужно было два ладана создать? А теперь новый талисман какой-то, видите, надо создать. Талисмана нет, ладана нет. Ладно, так хорошо. Теперь расскажи старейшине о своем видении. Я видел корабль. Я что, в будущем погоди, какой корабль? Я что, плавать смогу где-то? Тут разве тут карта конец или что это? Или это намек на новое обновление в игре? Ну ладно, друзья, вот с нами и Ладан, и Лободан, и все остальное. Друзья, не забудьте поставить свой камень, блять! Камень! Я его искал! Блядь, дефицит на этом острове. Еще киркой можно разъебать, оказывается. Камни, вот они синие, блядь. А, так может камни в пещерах? Может быть это, блядь, логично для меня тупого, блядь. А? Может это и было довольно-таки логичная штука. Может быть просто нужно было... Блядь, соберу-ка я камни. А то что-то... Ебать, ты достиг собиратель 5-го уровня! Невероятно! Я собиратель и камень! Боже, все в один день! Пока я бегал здесь полчаса, ваши камни искал, вы мне не могли подсказать, да? Вот так вот можно было просто в пещере оказаться. Ну, короче, камни нужно искать каменоломни, ну, плоскогорье. Я не знаю, вот это где камней много. Наверное. Вот здесь тоже камней, блядь, везде много. А вот синий камень нашел именно в пещере камней. А? Как так? Что, далеко бежать мне еще? Ой, далеко. Ладно, побежали. Ладно, друзья, в общем, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока, замечательного приключения и игры. Вот так выглядит игра, на первый взгляд, на первые полчаса игры. Довольно-таки увлекательно. Вопрос в монстрах, геймплеях и продолжении. Ну, там деревьев много, поэтому, возможно, мы только здесь где-то спокойно живем, а в остальных местах мы будем тяжело жить, потому что... Потому все кончается на... Ну вот, не это я хотел спеть, конечно. Хотел посмотреть здесь, потому что здесь у нас, смотрите, костер. Камень статуи, обсидиановый всякий. Ну вот, алтарь, племя, ну вот это все. Блин, я очень надеюсь, что здесь есть и подраться. В общем, всем пока-пока. И не забудьте поставить свой лайк. Да, он очень нужен, честно. Вам не сложно. И мне не сложно. Всем пока.